В Иркутске число жертв отравления косметическим средством для ванн боярышника возросло до 53. За ночь умерли еще 4 человека. Кроме того, еще 12 человек были госпитализированы. Все пострадавшие выпили поддельный концентрат для принятия ванн боярышник. Он содержал не этиловый спирт, а смертельно опасный метиловый. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации и временно запрещена продажа любых спиртосодержащих средств, формально не являющихся алкогольными напитками. Управление Роспотребнадзора и полиция продолжают проверять торговые точки. Известно, что по делу об отравлении задержаны 7 человек. К слову, в России спрос на медицинские настойки и лосьоны растет с каждым годом. Такие продукты стоят дешевле обычного алкоголя, поскольку не облагаются акцизом.